Рафи, дальше поедем. У вас есть передача, которая называется Меньемейр. Умер совсем недавно, ему было 104. Ну, Бразилию, который построил, да, все это. В Бразилии. Вот. Но там очень интересный нюанс. Очень интересный нюанс. Первый нюанс самый большой. Ну ничего, нормально, мы идем прямо. Эта страна после вашей перестройки попала под двойной блокадой. Американской и советской. Мы теряли 73% нашей торговли, которая была с вами. Но до сих пор и всегда будут политические отношения нормальные. Нормальные, а экономический оборот составляет 300 миллионов долларов. Пока. Хорошо, простили долг, инвестиция будет 3,5 миллиарда, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо? Все. Ничего, вы меня не делаете. Короче, откосить армию практически невозможно на Кубе. После двух, ну, если ты не сдал и 2 года служил в армии, имеешь право сдавать вступительные экзамены в университет за годом. Сдашь, готовить тебя 6 месяцев. Sure.